Всем привет! В эфире программа TVM Top 10. Я ее ведущая, Дея. Знакомлю вас с десяткой самых популярных видеоклипов недели на TVM Channel. Голосуйте за любимых артистов в соцсетях телеканала TVM и смотрите TVM Top 10 каждую неделю. По субботам в утреннем эфире и повторы по воскресеньям и понедельникам в дневном эфире. Стартуем сегодня с одного из главных хитов минувшего года от звезды Евровидения. Встречаем Полина Гагарина и ее клип «На расстоянии». Сегодня в десятке лучших нашего чарта. Прилетит бы ветром в те края, где ты, чтобы незаметно прикоснуться. Сотни километров между нами и засыпая, я хочу коснуться от того, как ты мою. Ты стучишься, и я открою, обниму. Больше не уходи, не уходи. Герой Голливуда, музыкант и актер Алексей Воробьев порадовал своих поклонников новой историей любви. Новое видео «Ты моя любовь» было снято почти спонтанно. В то утро по дороге на съемочную площадку артист вдруг понял, что спланированный сюжет – это не крылья для его мечты. И вообще, настал момент вырваться из порочного круга. Ведь в его жизни еще никогда не получалось так, как задумывал именно он. Почему бы не показать, какой может быть жизнь, когда два человека просто счастливы вместе, без прописанного кем-то сценария? Вот и девятая строчка нашего хит-парада для смелой работы была никем заранее не запланирована. Я каждое утро в тебя влюбляюсь, ты улыбнешься, и я признаюсь, ты моя. Я знаю,
поздно и пора спать. Милая, не смейся и дай сказать, а то я начну тебя целовать. Есть только мы и нет меня. Я не помню ночи и не помню дня, когда не шептал, что люблю тебя. Утром засыпая, я тебя к себе прижму и никуда не отпущу. Пусть проходят годы, любовь не в моде, я тебя люблю. Я каждое утро в тебя влюбляюсь, ты улыбнешься, и я признаюсь, ты моя любовь, моя любовь, моя любовь и моя радость. Я каждое утро в тебя влюбляюсь. Помнишь первое свидание на Цветном? Мы смеялись в кафе, забыв обо всем, опоздали в метро и домой пешком. Через 20-30 и сотню лет я скажу, что тебя красивее нет, и ты как всегда улыбнешься мне в ответ. Утром засыпая, я тебя к себе прижму и никуда не отпущу. Пусть проходят годы, любовь не в моде, я тебя люблю. Я каждое утро в тебя влюбляюсь, ты улыбнешься, и я признаюсь, ты моя любовь, моя любовь, моя любовь и моя младший без лишнего шума, громких слов и комментариев в конце минувшего года выпустил свой новый альбом под названием «Слушая тишину». Причем среди песен лишь одна незнакомая – «Снег», а остальные 20 уже знакомы поклонникам по радио и телеэфирам. В трек-листе и сольные хиты минувшей пятилетки, и новая версия легендарной песни «Зурбаган», записанная, кстати, с группой «Бурито», и целая серия дуэтов. 4 песни с Натальей Подольской, дуэт с сыном Никитой, совместные работы с Владом Соколовским и Дмитрием Колдуном. На 8-ю же строчку нашего чарта и, к слову, весьма заслуженно, попал клип на песню «Ты у меня одна». Наслаждайтесь! Дым сигареты, два вагона и колеса, вечер ровный, но нет ответа. Жизнь, куда ж ты нас занесла? Так нескромно, при лунном свете, поцелуи наедине. Я одинокий бродяга, ветер, что однажды крышу снял с тебе.
башни всего минута. У перона не продохнуть, улыбайся, все будет круто. Едем дальше, не повернуть, так нескромно. Привет соседям, мы танцуем наедине. Я влюбленный бродяга ветер, что приснился тебе во сне. У широкой переправы время остановится. Без тебя мне мира мало, ночью не до сна. Берег левый, берег правый, выбирай, что хочется. А мне тебя не выбрать. Дым сигареты, два вагона и колеса. У широкой переправы время остановится. Без тебя мне мира мало, ночью не до сна. Берег левый, берег правый, выбирай, что хочется. А мне тебя не выбрать. Одна из самых неожиданных новостей минувшего сезона – это участие Леонида Агутина и Анжелики Варум в работе над новой серией мультика про Чебурашку. Премьера новогодней короткометражки «Чебурашка. Секрет праздника» состоялась в канун Нового года на одном из популярных видеопорталов. Роли в мультфильме озвучили Анжелика Варум и Леонид Ермольник, а финальную песню написал Леонид Агутин. Это трогательная история, где, конечно же, побеждает дружба. «Чебурашка» — это всегда успех. Очень надеемся, что и саму песенку ждет популярность. Может, даже попадание в хит-парады. А сегодня видео из раздела «Песни для взрослых» от именитого автора. Леонид Агутин, «Две минуты жизни», 7-е место хит-парада TVM Channel. Погоду серое небо на паперти тихо горит, свет изнутри. А мы у порога тали дорогой, еще бы немного, стоило мне бы с ума сойти. Но никому не говори. Жаль, мне тебя не понять. Но так хочется жить. Помоги мне дышать. Две минуты жизни на краю. Больше, чем я верил в боль твою. Закрывая в окнах ставни сна. Розовым зонтом позднее солнце, будто исчезнет, отключится. Братья мои, сестры мои, оглянитесь назад, ведь вперед заглянуть не получится. Заново мир не сотворить. Жаль, ты не можешь понять.
меня две минуты жизни на краю. Больше, чем я верил в боль твою, закрывая в окнах ставни сна. Хочется жить, помоги мне дышать. Две минуты жизни на краю. Больше, чем я верил в боль твою, закрывая в окнах ставни сна. Вы смотрите музыкальный хит-парад TVM Top 10. С вами Дэя, и впереди у нас горячие новости, а также самые-пресамые хиты недели. И вот вам необычный сюжет. Главный романтический герой мудрых и опытных дам Стас Михайлов не на шутку перепугал поклонниц, несколько часов проведя в пижаме на морозе. Артист ходил по улице в страшный холод в махровом халате. И все это ради ярких картинок нового клипа «Я буду очень тебя беречь», съемки которого состоялись в Подмосковье. По задумке режиссера, зритель должен окунуться в сладостные и волшебные недели отпуска в жарких солнечных странах, в то время как на самой площадке было весьма прохладно. Столбик термометра угрожающе ушел в минус. Но не все так плохо. Были и плюсы. Аптеки перевыполнили план по продаже успокоительных. Да и сама работа попала прямиком в горячую десятку. 6-е место чарта TVM. Шутка ли? Группа Би-2 решила повторить недавнюю историю успеха Леонида Агутина, поведавшего публике о популярности одной из его песен в США. Ребята заявили, что их новое видео завоевало целых две награды на одной из кинопремий Нью-Йорка в номинациях «Лучший музыкальный видеоклип» и «Лучшая операторская работа среди музыкальных видео». Согласно концепции премии, ее целью является поощрение новых авторов и студентов-кинематографистов. Жюри оценивает качество картин, креативность и умение талантливо рассказать историю. Поздравляем ребят из Би-2, прочно обосновавшихся, ко всему прочему, и в десятке лучших на TVM. Зачем-то позапрошлого признания в нем на двоих в шкафу один скелет. Я для себя придумал оправдание того, что нет, того, что нет. Thank you.
была слеза. Мы говорим о чем-то, между прочим. И то, что ты не смотришь мне в глаза, заметно очень. Все так, вы умерли. Мне очень жаль. Заметно очень. Эй! Отойди оттуда! Загробная трупа воска? Скорее, душа воска. А нам, как будто ветер за спиной, мелодией знакомой отзовется. И кажется, мотив совсем простой, но не поется. Чего ты боишься? Чего не боюсь, хватит! Ты сдох, чего ты боишься? Но не боится. Станет ясно, когда ты поймешь, что... Что, меня тут держит? Певица Нюша на днях обескуражила поклонников, признавшись, что она, о ужас, с большим удовольствием каждый день копается в телефоне супруга и может даже читать его переписки. Муж артистки отреагировал на слова жены с добрым юмором, отметив, правда, что супруги должны доверять друг другу. Настоящий мужчина! А Нюше хочется дать совет словами ее же песни «Дыши, люби, цени». Недаром она сегодня в пятерке лучших на ТВМ. Твой мир, твой дом, как себя ты чувствуешь?
сердце не мгновенье. Слышишь, Верк, слышишь, Верк? Дыши, любится не мгновенье. Слышишь, Верк, слышишь, Верк? Дыши, любится не мгновенье. Певица Лолита снова дала повод улыбнуться. На днях журналисты обратились к ней с просьбой прокомментировать высказывание Ксении Бородиной про мужчин с зарплатой в 20 тысяч рублей. На что артистка ответила, что Бородину от Водонаевой не отличает и не успевает следить за потоком глупых публикаций от девочек, освоивших в жизни разве что мобильный телефон. А в общем, скандал получился заметный и докатился даже до активных общественников, которые в очередной раз призвали закрыть современные молодежные телепрограммы. Что ж, для звезды любой скандал как кислород. Именно так называется следующая песня неугасающей Лолиты, попавшая сегодня в тройку лучших на ТВМ. Не дышишь, просто кисло. Сквозь баррикады играли вместе, искали клады, и каждой жести были так рады. Прошли круги ада, преграды, когда-то, когда-то. Но эти губы больше не говорят, когда и ругань даже не вариант. И от недуга только дефибриллятор. По телу разряды разделал меня. Ты не дышишь. Дай мне сказать, что ли, слово напутственное, детка. Это дыхание, слышишь? Это дыхание было искусственным. Ты не дышишь, просто кислород. Вдыхаешь от меня рот в рот. Ты не дышишь, сердце не идет. Спасай разряд 5000 вольт. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Это не Настя, на нас хлынет. Герой не властен над героиней. Я битый час отдаю рутине, но я опасен от нас, я не Гудини. И эти губы больше не маяки. Пусть это грубо, но мы еретики. И снова клубы, снова вся волокита. Нами забыто, тянет магнитом. Ты не дышишь, дай мне сказать, что ли, слово напутственное, детка. Это дыхание, слышишь? Это дыхание было искусственным. Ты не дышишь, просто кислород. Вдыхаешь от меня рот в рот. Ты не дышишь, сердце не идет. Спасай разряд 5000 вольт. Ты не дышишь. Вы смотрите музыкальный хит-парад ТВМ ТОП-10. С вами Дэя, и мы в двух шагах от вершины хит-парада. И вот прекрасный пример, как поддерживать интерес к своей персоне даже среди тех, кто не слушает популярные радиостанции. Участница золотого состава группы «Виагра» Анна Седокова то и дело выкладывает в свои соцсети пляжные фото, эпатируя публику элегантными и откровенными позами. В чем, а в этом она точно профи. В прошлом году артистка в третий раз вышла замуж, и это не единственное достижение. Ее новая песня «Привязана к тебе»
сегодня на второй позиции нашего чарта. Один из самых приятных сюрпризов сезона публике сделал казахстанский артист Димаш Кудайберген. Вместе с композиторами Игорем Крутым и Игорем Николаевым он записал новую песню «Я скучаю по тебе». О том, что следом за хитом «Любовь уставших лебедей» следует еще одна совместная работа, сообщил Игорь Крутой. Давно, мол, не сочиняли совместных произведений. И вот опять творческие созвоны, правки коды, выбор тональности, горение. В общем, дежавю. Каждая песня как ожидание чуда. И чудо свершилось. Новая песня Димаша сегодня номер один в хит-параде TVM Channel. Ура, товарищи! На закатном берегу место нашей встречи, а над берегом кружит стая птиц. Словно в первый раз я стою сейчас здесь на берегу, но знать не могу. На закатном берегу место нашей встречи. На закатном берегу я скучаю по тебе. Итак, напоминаем вам лучшую десятку недели. Высохла слеза,
говори о чем-то. Дыши, люби, цени мгновенье. Слышишь, век, слышишь, век. Дыши, люби, цени мгновенье. Слышишь, век, слышишь. Ты не дышишь, просто кислород. Звезда казахстанской эстрады Димаш и его новая работа «Я скучаю по тебе» сегодня на первом месте TVM ТОП-10. Будет ли это видео самым популярным на следующей неделе? Зависит только от вас. Голосуйте за ваших любимых артистов в соцсетях телеканала TVM Channel. Ссылки увидите внизу. Все в ваших силах. С вами была Дея. Встретимся ровно через неделю. Будьте здоровы! Следите за программой передач TVM Channel.